Итак, сегодня разнообразим нашу дачную жизнь. Поеду, съезжу на рыбалку, на речку Гауя, попробую что-нибудь половить. Хотя сегодня такой дубак, очень сильно похолодало на улице всего. Плюс 12 градусов, ночью обещают вообще минус 3. Но вечер вроде бы нормальный, можно съездить попробовать посидеть на природе, на речке. Половить рыбку. Может, какую-нибудь уклейку или пескаря поймаю. Ну что, будем собираться и поехали. Да, прохладно сегодня. Но обещают еще один день холодов. Завтра еще холодно будет. А потом вроде бы начнется нормальная летняя погода. Ну, по крайней мере, днем будет градусов 20-22. Фу, напылили, гады. Как раз успел, машина проехала, пыль разойдется. Здесь грунтовка просто убитая, как стиральная доска. Но больше газу, меньше тряски. Ха-ха-ха, нету. Вот мы и приехали. Это водокачка. Здесь качают воду в карьер. Так. Поставим противоугоночку.
А вот и гауя. Так, рыба плескается. Валера, вы на карася? А я на пескаря. Но не знаю, попробую вообще, что тут вообще есть. Так. Вот она, гауя. Здесь затекает вода, и отсюда качают в карьер воду. А кто-нибудь вообще уже поймал? Мне просто батя говорил, тут типа какой-то мужик ездил, говорил, что они плавали, но не клевали нифига. Где наши сладенькие червячки? Ловись, рыбка, большая и велика. Так, надо какую-то рогатулинку найти, блин. По-видимому, здесь можно поймать только Несси. Чего-то ни одной поклевки нет. Может, здесь вообще рыбы нет? Пойду-ка я схожу в другое место, попробую.
Да-да-да-да. Сходим в другое местечко. Здесь вот все повыпиливали, деревья. Зачем? По-видимому, что-то хотели делать. Здесь что-то все трактором разборонили. То ли дом собрались строить, то ли черт знает что. Такая была классная поляна, все испортили. А, какую-то вешку поставили. Значит, реально что-то здесь будет. Так, вот здесь было местечко тоже. Если правда здесь можно будет спуститься. Ну, вроде бы как. Вроде бы как можно. Если аккуратно. Попробуем. Попробуем, что здесь. Да можно тут нырнуть нехило. Схватиться-то не за что. Тапки мои скользкие. Какая здесь глубина, интересно. А, здесь мелко. Здесь мелко. Такая есть? Есть. Ну, посидим, половим. Может, что-нибудь здесь и есть. Ихтиандры клюют. Оп-оп. Пошел, 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 пошел. Хоп. Что-то есть. Первая рыба. Окунек. Вот гад заглотил. Таких отпускаем. Но уже веселей, уже что-то есть. Уже чувствуется, что я на рыбалке. Вообще, да, холодно еще. Рыба неактивная. Вот через пару дней потеплеет. Думаю, будет веселей. Наверное, я немного опоздал. Надо было чуть раньше приезжать, когда была выше вода. Пойду я ближе к велику. Неохота велик оставлять долго без присмотра. А вот такой вид с обрыва на Гаую.
Ну как караси? Холодно просто. Вода еще не прогрелась. Вот и рыбка. Поймал. Голавлик, наверное. Такая большая плотвина? Крутяк. Ну хоть что-то, блин. Мои знакомые рыбаки, специалисты по рыбной ловле, так и не поймали карася, собрались и уехали. Я, как полный профан в рыбалке, приехал сегодня первый раз и остался с уловом. Вот такие вот дела. Ну, еще посижу немножко, минут 20 каких, и тоже поеду домой. Холодно. Еще одна. А это, по-видимому, уже голавлик. Так что рыбалка продолжается. Вот гад заглотил, блин. Ну ничего такой. Ну, на этом, наверное, все. Рыбалка закончилась. Буду собираться домой. Уже и холодно, солнце село. На первый раз хватит. Без ужина я не остался. Вперед! Все, я дома. Ну вот, на этом моя рыбалка закончилась сегодня. Вот мой улов. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Удачи. Подписывайтесь на канал. Еще будет много всего интересного.